Сегодня ночью пришли стекольщики вешать шторы. Пришли стекольщики вешать шторы в мой дом. Я смотрела, как они вешают шторы с открытым ртом, и шторы в руках стекольщиков стелились до коридора. В коридоре стояли еще стекольщики с утюгом. Гладили шторы, которые вешали в спальне. Вешали в спальне, в которой другие стекольщики думали о другом, как же повесить так, и в сомнениях шторы мяли. Мяли стекольщики шторы рабочей рукой для штор. Вешали шторы другой рукой, призванной, чтобы вешать. Их щетина вытекала из подных пор и понимала, что сильно завидуют плеши. Эти стекольщики не брились уже давно, так же давно, как и вешали последние шторы. Впрочем, стекольщикам было почти все равно. Они молчали, им некогда вести разговоры. Я поила стекольщиков чаем из кислых щей. Кислые щи стекольщики тоже хотели повесить. Шторы стекольщиков сотканы из вещей, бледно-зеленых. Их покрывает плесень. Шторы короче, чем нужно, на целую пять земли. Шторы всегда короче стены и длинней окна. А я все думаю, что же они за стекольщики и почему не могли мне застеклить окно, ведь скоро зима. После ухода стекольщиков остались подошвы и щи. Шторы висели как надо, каждый в своей петле. Ко мне подошел мужчина и гордо сказал: «Не ропщи». Я ничего не ответила. Я вернулась к своей петле.